это как раз вот та улица, которую я хотела показать. Мне очень нравится, что вот гирлянды вот так очень аккуратно обернуты вокруг деревьев, потому что у нас в России это выглядит ужасно. Это просто кидаются гирлянды, и это 5 соплей висит на голых ветках на дереве. Вот. А здесь все это оборачивается, каждая веточка. Хоть попрошайки, например, тоже рядышком. Вот. И еще мне нравится то, что здесь, ну, хотя не Новый год, там ничего, ни Рождество, никакого праздника, просто взяли вот такие вот игрушки, очень красиво, и ну, вот, как, вот каждый день ощущение праздника. Приходишь на эту торговую улицу и чувствуешь, что я как будто попал в праздник, ну вот, например, дракон. Ну когда еще может быть такое, кроме как не на праздник? В моем детстве были только белочки и петушки, а тут целый дракон. Это просто мечта. Ну, я не знаю, китайские дети, они ну, просто в восторге вообще. Они там стоят. О, так здорово, красиво.